праздник с полицейскими. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники областного УМВД приехали поздравить воспитанников детского дома «Родничок». Полицейские уже не первый год поддерживают дошколят. Малышам здесь нет и 5 лет. Все они по тем или иным причинам остались без родителей. Гостей ждали с нетерпением и по традиции приготовили небольшой концерт и устроили игры. Полицейские заменяют малышам пап и мам. И как самым близким дети вручили гостям в погонах самодельные открытки. Сотрудники УМВД в долгу не остались. Подшефные получили игрушки и сладкие подарки.